Всем привет, друзья! Рядом с ареной Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялась открытая для журналистов и болельщиков тренировка казахстанского боксера Геннадия Головкина и канадца Стива Роллса. Вместе с ним в этом мероприятии принял участие казахстанец Али Ахмедов, чей поединок станет главным событием вечера бокса. Всем приятного просмотра! А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.